Лечь в больницу, как забронировать номер в отеле. На Ставрополье начал работу сервис по поиску мест для дневного и круглосуточного стационара. На сайте Фонда обязательного медицинского страхования Ставрополья можно следить за наличием свободных коек во всех больницах края. Каждая поликлиника, когда выписывает вам направление, она может зайти в этот ресурс, даже не может, а обязана, это предусмотрено территориальной программой, зарегистрировать вас там и гарантированно забронировать для вас место в стационаре, после чего выписать направление. Стационар в этот же момент видит информацию о том пациенте, который к нему придет. Проверить наличие свободных мест можно и самому. Чтобы получить информацию, нужно выбрать дату госпитализации, город и заболевание. Ресурс работает в режиме реального времени, а значит, все данные оперативно обновляются. Также на сайте можно задать вопрос по медицинским или юридическим аспектам лечения. Ответ от квалифицированного специалиста поступит через несколько часов.